вот этой современной диктатуры экспертов. Посмотрите, от общества, политики, многие люди ожидают от экспертов в социологии, в экономике, ожидают от них этих прогнозов. Это, на эти прогнозы предъявляется спрос. Так вот, как, и, но так получается, что прогнозы вот зачастую таковы, как вы продемонстрировали на цитатах Эрли. Вот если ко мне, если я вызову электрика, который оказывается шарлатаном, я очень быстро пойму, что он шарлатан, и он больше не будет работать электриком, он, наверное, станет левым социологом. Но почему-то раз за разом получается так, что прогнозы, которых... что люди дают прогнозы, эти прогнозы не оправдываются, но они остаются экспертами, они продолжают оставаться в научном сообществе и давать такие прогнозы снова и снова. Вот вам не кажется, что природа этого явления является... они являются следствием среды. Это среда породила таких экспертов, которые дают те ответы, которые среда хочет услышать. И да, и нет. Конечно, среда испытывает некий латентный спрос на безответственность. Если человек хочет быть невежественным, он будет искать тех, кто сохранит его невежество. Это правда. Но никто не будет отрицать, и я думаю, что этим докладом и книгами Халика можно доказать, что есть очень сильное влияние и обратное. То есть усыпление разума, идущее от монотонного повторения одних и тех же мантр. Понятно, что телевизор говорит одно, другой экран нам говорит другое, но привычка возлагать ответственность не на себя, а на других, вот такой перенос собственной ответственности на неких экспертов, он может исчезнуть только если человек осознает, что свое мировоззрение, свою жизнь он может сформировать только сам. То есть первичный акт, с которого начинается непризнание экспертов и, скажем, желание не получать от них информацию и есть не какие-то гадости, а есть качественную интеллектуальную пищу, означает, что человек не просто, что называется, плывет по течению, а сам берет на себя ответственность. И причина того, почему господствуют вот эти идеи, состоит, с одной стороны, в том, что мы еще не заплатили полную цену за монополию экспертов. По мне кажется, что такая расплата неизбежна. А с другой стороны, огромное количество людей предпочитает не знать. И вместо качественного знания получать фейки. Огромное количество того, что сейчас является популярным, то, что сейчас привлекает внимание, то, что сейчас связано с хайпом, на самом деле в подавляющем большинстве имеет нулевую интеллектуальную ценность. Но я думаю, каждый здесь может сказать про себя, что он грешит потреблением этой не очень ценной информации. А почему? Мне кажется, что движение в сторону большей интеллектуальной честности, оно начинается с того, чтобы не есть то, что отравляет наш интеллект. В кавычках, конечно, не есть. Павел, можно вам задать вопрос? В общем, Рене Генон однажды сказал... Кто? Генон? Да. Уже тот факт, что самопознание подменяет теории познания, является, быть может, самым красноречивым свидетельством бессилия современной философии. И у меня вот такой вопрос. Как Хайек относился к аналитической философии? Был ли он согласен? Вот, Что Генон был представителем аналитической философии? Это цитата была критикой аналитической философии. Хайек был согласен? Был ли он согласен с этой цитатой, как вы думаете? Ну, если я правильно понял эту цитату, потому что про Рене Генона я знаю, но не знаю, в каком контексте эта фраза прозвучала, интроспекция, самонаблюдение является важным источником таких идей в экономической теории, в частности, как, например, альтернативные издержки. То есть без мысленного эксперимента, без изолирующей абстракции мы не можем понять выбор и как выбор порождает, в частности, рыночные цены, издержки и прочие вещи. Поэтому без интроспекции у нас нет понимания отличия поведения людей от других объектов. Вот с чего вы взяли, что я, например, являюсь осмысленным существом и сейчас что-то говорю? Ведь вы же не видите моего выбора. Вот как перед каким выбором я сейчас стою? Вы видите? Нет? Не видите. А выбор у меня такой, выпить или нет? Я выбираю выпить. Но вы не видите этого выбора, правда? Выбор — это то, что не видно. Более того, несовершенный выбор, он вообще физически не существует. То есть, если я отказался от какой-то другой альтернативы, то отвергнутая альтернатива — это то, что физически обнаружить невозможно, потому что это не реализовалось. И это означает, что нам неизбежно нужно пользоваться мысленным экспериментом.
А чтобы нам пользоваться мысленным экспериментом, нам нужно пытаться понять, что вот вы со мной сейчас говорите, и мы с вами таким образом взаимодействуем, что структура вашего разума в чем-то схожа с моим структурой разума, мы говорим на языке, который позволяет нам коммуницировать. Потому что если нет, то это примерно так же, как я бы разговаривал со стеной. Интроспекция позволяет нам идентифицировать других людей, с которыми можно разговаривать, например. Мы можем перепутать, да, искусственный интеллект позволяет нас запутать в некоторых вещах, но в принципе мы понимаем, что мы можем взаимодействовать только с теми субъектами, которые имеют разум, сходный с нами. Вот, и это основа. Без интроспекции, ну просто само слово, оно завязано на огромное количество концепций, с которыми Хайек бы не согласился, я бы не согласился. Это слово не очень хорошее. Но, скажем так, факт существования ментальных объектов в виде верований и убеждений должен быть принят во внимание в социальных науках. У Хайека есть книга «Факты социальных наук». Факты социальных наук – это убеждения, верования, ценности и прочие-прочие вещи, без которых мы не можем просто понять сам процесс деятельности. Вот ваше поведение отличается от поведения элементарных частиц здесь присутствующих. Если бы я был представителем какой-то другой расы, я смотрел бы на вас и не мог бы понять, что за этим стоит осмысленная деятельность каждого из вас. Вы сюда пришли не потому, что вы шли там, я не знаю, на встречу с коммунистической партией, случайно толкнулись от другой атома и вас, значит, занесло вот сюда. Хотя, может быть, и такие люди есть, да? То есть все возможно. Но, в общем и целом, я могу предположить, что здесь присутствуют те люди, которые осмысленно сюда пришли, ну или, по крайней мере, частично осмысленно. В ходе лекции были совершены неоднократные нападки на формализацию социальных и гуманитарных наук. Я бы хотел немного поопонировать. Не кажется ли вам, что формализация этих самых наук — это попытка создать некоторый мета-язык, который будет являться базой для дальнейшего научного общения, особенно если мы вспомним, что как бы, ну, какое-то спонтанное знание, да, спонтанный порядок — это путь проб и ошибок, и достаточно ли мы вправе в таком случае отрицать те теории, которые на данный момент кажутся нам недостаточно обоснованными, потому что, ну, как бы у нас есть определенный лимит познания, который существует на конкретно данный момент. Спасибо. Я понял. Значит, смотрите, и думаю, что и Хайек, и я бы не отстаивали, что нужно отказываться от использования языка формализации для того, чтобы проиллюстрировать какие-то мысли, которые могут оказаться верными, а могут оказаться неверными. То есть, иначе говоря, в педагогических целях, вот я преподаю экономику уже сколько получается, 17 лет, и нету лекции, где я бы не рисовал график, формулы и так далее, да? Но всегда это рисуя, я знаю, что это все хуже, чем описание точное, связанное с знанием особых обстоятельств. То есть любая модель, любая функция – это абстрагирование от других обстоятельств. То есть, иначе говоря, это очень неточная модель реальности, и мы должны всегда это знать. И в этом смысле, и здесь я не столько говорю о том, что это не должно быть каких-то формальных моделей, скорее я говорю так, и Хайек об этом говорил, что сейчас так все устроено, академическое общество в том числе, что оно вытесняет все, что не соответствует критериям сциентизма. Если вы возьмете математические публикации, я имею в виду экономико-математические публикации, то вы поймете, что стандарты научности фактически означают, что если вы утверждаете нечто не на том же языке, на котором общаются эксперты, то вы не ученый. И это уже такая жреческая на самом деле особенность. Я не против того, чтобы люди пользовались разными языками, формальным, неформальным, пускай сам опыт покажет нам границы. Это на самом деле, преподавая много лет экономику, легко увидеть, сколько предпосылок содержится в самых простых элементарных моделях. Это позволяет упростить передачу мысли. Но это лишь механизм упрощения передачи. Но если я говорю, я использую графики, я использую формулу, а вы какую-то, понимаете, галиматью нам даете с помощью просто слов, это просто литература, то вот это уже есть сциентизм. Когда вы не восприимчивы к тем видам знания, которые противоречат удобным для вас форматом. Вот. Поэтому я бы сказал так, что за основу нужно брать знания социальных наук, и если в каких-то случаях бывает удобно проиллюстрировать, это можно сделать.
Беда состоит в том, что мы сейчас от другой болезни страдаем. У нас существует вот эта гордыня сциентистская. Не у нас, я имею в виду вот у экспертов. И они, по сути дела, уничтожают знания в экономике. Сейчас на экономических факультетах вы не узнаете ничего об экономике. Павел, спасибо за блестящий доклад, который сделали. Было очень интересно. У меня вот такой вопрос. Если полагать, что для людей, да, с оторопи, сихайковской позиции, формируются в конечном счете эволюционным путем, путем отбора как бы разных идей, разных институтов и так далее, то не думаете ли вы, что вот доминирование, условно говоря, вот этого естественно-научного метода как раз парадоксально связано с тем, что именно этот метод позволял людям, давал людям ответы на какие-то вопросы, которые они ставили, которые альтернативные методы либо не давали, либо давали реже. Ну, я условно говорю, если собралось какое-то количество экономистов, и они захотели узнать какую-то совсем не глобальную, а вот, может, какую-то техническую решить задачу, ну, не знаю, померить эластичный спрос на автомобили в Западном Лондоне, условно говоря, да, то вдруг оказывалось, что только количественные методы эти задачи позволяли бы решать. А общий разговор, что вот если я закрою глаза и представлю, что я в Лондоне куплю, я или не куплю, куплю, вот этот априорный дедуктивный метод во многих случаях, оказывается, не работает. И именно вследствие этого вот это произошло как некое смещение в то, что он, условно, называется сцентизмом. Спасибо. Спасибо, Фарид. Мне кажется, что утверждение по поводу полезности некоторых эмпирических наблюдений в частном регионе, в частное время, может быть очень полезным и интересным. И это не противоречит тому, что это будет плодотворным признанием общих теоретических принципов. Вот эта вторая часть, содержащая такую легкую иронию по поводу того, что вот это все общие слова, а мы здесь, как это говорится-то? Мы здесь делом занимаемся, а вы словами. Да, это вот некоторые известные наши политические демагоги, они говорят, мы дело делаем, а вы что, только критиковать можете? Да? На самом деле это неправда. То есть правда состоит в том, что наше знание, оно с одной стороны включает в себя очень узкое знание. Я могу ведь тоже сказать так с иронией, ну послушайте, изучение спроса на мясные консервы в Берлине, восточном, в 1905 году, это не гениальное научное исследование. Огромное количество эмпирических исследований, а я за 15 больше, чем лет, много видел и курсовых, и дипломных проектов, которые связаны с практической, они устаревают до того, как они еще защищаются. И они, по сути дела, не то чтобы даже не нужны, не хочется обижать тех, кто вкладывает в это усилия, а то, что они бы не были бы бесполезны, если бы их попытались реализовать на практике, потому что они как раз-таки связаны с очень сиюминутным знанием, которое быстро... Кого интересует ипотечный рынок Нижнего Новгорода в 2006 году сейчас? Я думаю, что в 2007 году такие темы защищались. Да. То есть я не к тому, что вот этим не надо заниматься, я вот как раз к тому, что нужно ценить и то знание, и другое, и знание эмпирическое, и знание теоретическое. А вот сциентизм, на мой взгляд, это как раз-таки неуважение к теоретическому знанию, которое ведь в итоге и есть не что иное, как некая рамка для будущего опыта. Вот, априорное знание – это не то, чтобы мы знаем, где лежит мандарин, да? А это знание о том, что мы можем ошибаться в отношении того, что он там лежит или не лежит. Вот как бы это такое чисто формальное утверждение. Но оно очень важно, потому что если мы предполагаем, что мы знаем будущее, как эксперты это делают, они могут просчитывать темпы экономического роста на ближайшие годы с точностью до десятых. Вы можете с точностью до десятых ваши собственные темпы роста благосостояния просчитать на год? До десятых, да? Как это вообще называется? Но ведь это красиво, да, когда в прогнозе какого-то министерства говорится, что темпы роста в следующем квартале составят 3,12. Это производит впечатление, наверное, за этим что-то стоит. Чем человек бы сказал, ну, наверное, мы, может быть, будем расти, хотя не факт. Но, в общем, на самом деле, честное знание, конечно, как всегда, включает в себя утверждение о том, что будущее является неопределенным. Но вероятность высока того, что вот это событие 22 июня в Петербурге произойдет. Я вас приглашаю. Пока слушайте меня, смотрите сюда. Павел, сложно, видимо, защищать в этой ситуации социологов, и лампочку-то нельзя речь крутить. Но я вспоминаю, как нам рассказывали в Петербурге, правда, не в Европейском университете, а в Большом университете, замысел Огюста Конта по поводу социальной физики. Uh-huh. И мне кажется, у него не было идеи применить именно естественные науки для общества. Его претензия была в том, что он
хотел бы, чтобы социальная наука была так же точна, как естественные науки, которые в тот момент демонстрировали большие успехи. Поэтому и назвал он социальной физикой. Социология, как термин, появился позже. И социальных ученых со времен Конта и дальше вот эта мысль не оставляет. Как бы добиться того, чтобы у тебя были такие же точные знания, как дают физика или биология. Спустя 100 лет Ласуэлл в Америке скажет, а для чего нужна политология? Вот чтобы служить демократии, вот, чтобы она лучше функционировала. Если мы уже перескочим уже в ближайшие десятилетия, ну, ближе к нам, и посмотрим на концепт evidence-based, то есть основанных на знаниях, на цифрах, на расчетах, на эмпирических данных, то есть социальные и политические науки просто не оставляют вот эту свою, свой замысел также точно предсказывать и помогать государству для того, чтобы решения имели меньшее количество ошибок, потому что государства сейчас слишком много, и цена ошибки возрастает. Поэтому, ну, легко, конечно, обругать Сен-Симона и Конта, и даже Спенсера, которого вы не назвали, но явно процитировали, насчет аналогии там, с выделением желчи и прочими сравнениями человеческого организма и общественного. Но мейнстрим тоже не недавно. Это все консервы было в вдохновении. Мейнстрим — это Бурье, Гидденс и Хабермас. Вот если вы могли бы сказать, что бы Хайек сказал о современных социологах, он точно так же напал бы на них? Спасибо. Значит, социологи, конечно, бывают разные. Есть, например, книга Гельмута Шока, она переведена издательством РСН, называется «Зависть. Исследование», так, социологическое исследование, что-то в этом роде. Этим исследованием, в частности, руководил Людвиг фон Мизес. Об этом можно прочитать в книге Хюльсмана «Последний рыцарь либерализма». Дело в том, насколько, опять же, признается тот факт, что кроме вот этих двух ветвей, о которых я говорил ранее, да, вот естественных наук и психологии, существует наука о том, как возникают спонтанные порядки без намерений к их осуществлению. И в этом смысле Спенсер, его так часто записывают в «Дарвинисты», если вы почитаете внимательно, вот недавно выпустили 5 томов его политических исследований, вот это представление о том, что подтолкни падающего, это на самом деле очень далеко от его представлений о методах выживания общества. Он не столько говорил, что надо, чтобы бедные умерли. Он говорил о том, что государство не может эту проблему решить принципиально. И что для того, чтобы эта проблема решалась, нужно опираться на частную благотворительность, с одной стороны, а с другой стороны, на сами механизмы конкуренции, которые увеличивают благосостояние. Там не было этого как раз-таки убеждения. Но я позволю себе процитировать как раз-таки Конта. У меня что-то порядка 80 было слайдов, я делал для сегодняшней презентации, но пришлось сократить, потому что Сергей мне не дал договорить. Вот что Конт писал про политическую экономию. Мне кажется, что многие современные социологи продолжают за Контом думать примерно так же. Главным пороком политической экономии является ее вывод, ее бесплодный афоризм об абсолютной свободе промышленной деятельности. Ее убежденность в том, что не существует необходимости в некотором социальном институте, непосредственно отвечающем за регулирование спонтанной координации. По сути дела, Конт полагал, что за метафизической стадией, а для Конта экономическая теория — это метафизическая стадия, должна последовать стадия позитивная. И мы должны заменить вот эти стихийные порядки, вот этот хаос рынка, купи-продай, на приказы рациональные, рассчитанные по формулам, с линеечкой. Вот как должна экономика функционировать? Люди в белых халатах заходят в лабораторию. Я помню, видел фотографии 70-х годов, одна из лабораторий Госплана, Там люди ходят вокруг этих машин счетных в белых халатах. То есть люди регулируют экономику примерно так же, как они делают какие-то химические эксперименты. А это совершенно разные вещи. И это нужно понимать. То есть учитывать универсальные науки о человеческой деятельности, читать вот эти книжки, это очень важно для того, чтобы избавиться от сциентизма. Я думаю, что без этого развитие социологии в 21 веке невозможно. Поблагодарим Павла.